Всем привет! Это снова Кирис Акинека. Мы будем проходить сегодня очаровательную игру под названием Dark Souls Prepare to Die. Порт для ПК известной игры Dark Souls, которая вышла в прошлом году для PlayStation 3 и Xbox 360. А позапрошлом году вышел сиквел Demon's Souls. Ну, вы знаете. В общем, я так понял, мне хардкора Super Meat Boy было слишком мало. И я решил вспомнить, что такое хардкор по Dark Souls. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Да, настройки пока, кстати, очень шикарные, я смотрю. Вообще. Так. Ну, честно, я уже проходил на Xbox Dark Souls. Так что я немного уже знаком с этой игрой. Ставим яркость побольше, тут ничего не... Так, музыка потише, пусть будут звуки. Голоса, кровь, интерфейс, бла-бла. А, окей, окей, давай. Ну не знаю, я играю на геймпаде, буду надеяться, что он нормально все это будет делать. Так, имя, идите, имя. Ну давай, идем. Вот. Так, пол мужской. Ах, я бы начал за кого-нибудь мага. Или вообще какой-нибудь мелли класс бы хорошо пошел. Ну, нет, давайте бомб за бандита играть. Из всех этих даров, все эти дары можно в течение игры спокойно набить. Кроме одного, отмычка — это единственный дар, который дается на старте у вора, и который нельзя подобрать в игре. Ну, может, уже патч есть, который можно подобрать, но лучше всего брать отмычку, потому что можно сразу открывать двери и находить лучший лут в начале игры. Так, ну, худу, пусть будет худым. Так, да блин, я же водил это, что за хрень? Давай еще раз. Так, лицо, оно, лицо. И прямо Люсик. Так, таран. Просто люди. Такой Леон Кеннеди. Молодец. Так, принять, начать, вперед. In the age of ancients, я думаю, это можно будет пропустить, нет? The world was unformed, shrouded by fog. Итак, возвращаясь к нашим баранам. Так, я вижу уже управление кривоватое на моем геймпаде. Ну, хотя бы руки правильно работают. А вот к остальному придется привыкать. Особенно, когда же нажимаешь на X насмешкой. Ха-ха-ха. Придется привыкать. Да. Ладно, фиг с ним. Да. Ничего не знаю. Блин, это кнопка захвата, естественно. На старт? Вы издеваетесь? Ну это
пиздец, если честно. Кнопка захвата на старте. Пиздец. Надо будет потом экспадер какой-нибудь снять. Как такое предусмотреть, что захват цели на кнопку старт? Блин, я не хочу эти ваши насмешки. Ладно, значит, надо с демоном столкнуться. Беги. А нет, беги. Да, да, да. Ой, как страшно. Очень страшно было, да. Так, здесь где-то уже должен быть первый сет моего оружия. Рещит. Логичный глич, а где еще? А там лучник будет стрелять. Уже стрелять. А шишка тебе. Паучий щит. Самый лучший щит. Ой, какое кривоватое управление. Да, сразу драпать все что угодно. О, секирка, тоже отличный предмет. Так, что здесь? Смена. Нет предмета. Тун-тудун. О. Так, теперь там должен быть демон в тумане, да? А не, позже. Позже. Так, что у нас еще осталось от консольной версии? Пока все знакомо. Бегать на игре. Отскок. Да, да, да. Я думал, булыжник мне должен ехать. Ай, черт возьми! Как же я был прав? Я думал, он был больше. Давай, рыцарь, я знаю, ты мне должен душу. You're not hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. No. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Конечно. Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. And thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead. Да, 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 Кок. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Да ладно. Oh, one more thing. Here, take this. No, давай. An Estus flask.
an undead favorite. Fuck you. Oh, and this. Fuck you. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. Да ладно, все общего. Спасибо, что спас. Thank you. Да нет, что. Использовать. Не хочу использовать, сразу. Блин, ну я думал, поменьше. Ну ладно. Айо, блин, ну неудобно, что захват на старт. Ну, ни разу. Так, так, я не помню, демон уже там или не там. Потому что если не там, надо еще осмотреться. Пинок, удар в прыжке. Стоп. Ну, левый джойстик. Ой-ой-ой, бэкстэп. Ладно, надо еще парировать, попробовать. Работает ли? Ну, если кто не в курсе, то парирование как бы больше дамаги делает, чем бэкстэп. Ну, парирование, естественно, труднее выполнить, конечно. Так, ну ладно, прежде чем пойдем, надо еще осмотреться. Вдруг я что-то упустил. Да, демон затмение. Да, враги сейчас переродились. Больше душ соберем. Отлично будет. Пишем вверх, вверх, вверх. Полетели вверх, вверх, вверх. Полетели, не-не-не. Захват. Оп. Тра-та-та, тра-та-та. Мы везем с собой кота. Ой, не на того захват. Как переход. Ну давай. Что за хрень? Я сделал парировал. Кашка. Вот так тебе и надо. Ну давай, стреляй. Кстати, настоятельно рекомендую всех бэкстебить. Вот, даже играл. Ну давай, давай, деточка, давай, давай. Ой, не получилось, да? Ой, не получается. Оп. И все. А так бы мы его лупили, лупили. Да не вылупили. Так. Ну ладно. Эх ты, эх, идем, идем. Та-тара, та-та-тара. Та-тара. Белый свет. Уи! Ну, такому чуваку криты не нанесешь. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Вот и все. Победа! Человечи. Так-то выход с Kindle Fire, да? Отлично. Пам-пам-пам-пам-пам. Форт. Форт боя запел. Пам-пам-пам-пам-пам. Парам-пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Отлично, ступает прямо. Пам-п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 ам
Тут... Стоп. Если что, не ошибаюсь, здесь где-то должно быть гнездо ворона, в котором должны вещи обмениваться. Вот. Give me warm. Give me soft. Ну как эти там мягкости? По-моему, нужен жест какой-то. Указать вниз, вперед. У меня, по-моему, нету этого зима. Могу тебе рады. Ну, извините. Вот очень обидненько, знаете ли. Забери меня, большая птица. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. Я хочу в Гриффиндор. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Да, конечно. Лордрен. Чего это пропускать? Ох, вот это грёбаное место, которое 500 раз светило. И, наверное, еще увижу 500 раз. Так, вот они, новый уровень, бла-бла. Ладно, прежде чем уровни, давайте тут полутаем, посмотрим. Три человечности на старте? Фу, уже чит. На консольных версиях одна человечность здесь лежит. Ну, вот это вот чувак для клериков создан. Мы это знаем. Давайте лутать. Так, что у нас здесь? Косточка возвращения. Ну, это телепортер на ваш последний бонфайр, на котором мы отдыхаем. Здесь у нас Моргенштерн и талисман. Кстати, не помню, что талисман был. Давайте посмотрим. Куда он эквипится? Не сюда. Куда талисман? Где талисман, птица? О. А, это же для клерика. Господи. Ой, боже, склероз. Треснувшее красное око — это вещь, чтобы, как сказать, оккупировать чужие миры игроков. О. Ну, короче, играть в их мир. Так, здесь у нас... Лисман ловит. А эта вещь для ПВП, если ее кидать по врага, то он не может использовать флягу с эстусом. Так, вот там у нас до хрена скелетов, которых мы хрен убьем, но там до хрена хорошего лута, который бы не помешало собрать, так скажу. Да-да-да, бежим! Ах, сушка! Ладно, пока... Блин, отступить не получилось. Блин, еще управление кривое, жопники. Идите нахрен, сейчас мы... Сейчас все будет. Храм огнем. Так. Нет, что-то я рано смотрю. Так, вот.
Как здесь прыгать? Блин, еще разобраться с управлением этим. Прыгать как? На что? Это переключение, это подскок. Ой, флягу сожрал. Прыжок на какую кнопку, скажи. А вот. Я же должен здесь перепрыгнуть, нет? Во. Зашибись. Так, где там мои души остались? Где-то на лестнице, да? Ладно, это мы еще рано, тогда соберем здесь все остальное. Главное сейчас не помереть, поскольку я помню, если умер до того, как забрал свои вещи, то тем вещам приходит каюк. Каюкенция. Это очень-очень печально. Так, возвращаемся сюда. Мне казалось, что здесь же где-то понял, да? Где мои вещи-то? Я ж тут... А, во. Во-во-во. Даже... Fuck you, bitches. Здесь где-то еще оружие должно быть. Да и... Дрифт Мадрид. Двуручный. Так, ворот, ворот. Ворот. О, здесь главное, чтобы нас не столкнули. Бинокль. Это один из даров, которого видели на старте. Бляха. Ой, бляха, бежим. Здесь еще копье должно быть. Вот оно, походу. Его! Валим! Нет! Ну, ладно. Если мы здесь на лестнице погибнем, то мы быстро сейчас заберем. Ой. Ну, видите, что на старте можно уже хорошо налутать здесь. Так, идем. Та-т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 а
Подтюк! Ой, фу. Обделаться можно, сестра. Так, где там? Где это? Вот. Да отвалились. Форт Боярд. Где мой лут? Не говорите, что спинок. Во, блин, прям рядом с большим скрипом. А, шишка. Идите уже. Так, ну мы здесь все собрали. Тот труп убрали. Сверху забрали. Ах ты! Ох вы! Да вы хитрюги, да? А, не, не. Ну, вы знаете, у нас ноль человечности, вообще первый уровень. О, ребята, вы сейчас исчезнете, нет? Что, нельзя использовать? Что за хрень? Ушли отсюда. Ушли отсюда, панки. Чтоб я вас здесь не видел. Так, Эйфо, почему я не могу использоваться? Что за лаг? А вот. Фух, так. Короче, смотрим, что мы налутали в итоге. Треснувшая красная опа позволяет торгнуться в рекомпер. Это у нас было. Талисман Ллойда. Косточка возвращения, бинокль, душа попавшего креста, большая душа, 4 человечности, знак тьмы. Ну, души, естественно, сразу кушаем.
дальше. Большая душа. И еще одна большая душа. И вот у нас уже на старте 3620 душ для прокачечки. Очень-очень годно, скажем. Так, берем новый уровень. Нам нужно как можно больше выносливости и сил. Так, теперь что нам нужно? А, можно еще кольцо пожертвования пойти собрать. Хоть это нелегко. Ну как, вроде легко, но надо с управлением справиться. Пам-пам-пам-пам-пам. Форт Боярд. Бэкстап не сработал, я стоял на холме. Та-та-та-та-та. Вот же заело тебя, а, да. Маг на холме стоит. Наверное, его давайте первым снимем. На всякий случай. Блин, надо еще научиться за спинок делать. Мы бы его столкнули в Спарту. Ха! Но это был лол, согласитесь. Так, возвращаясь к нашим баранам. Фух, вот сейчас опасный момент. Надо перепрыгнуть. В стиле Супер Мит Боя. Фух, получилось. Так, здесь. Здесь как тихо. Тихо по краешку. По краешку. По краешку. По краешку. И вот оно, короче. Жертвенное кольцо. По сути. Хрень полная. Ибо почему? Потому что ничего не теряется после смерти, но кольцо ломается. И, по-моему, за всю игру таких колец штуки 3 всего. Ну, может, под конец игры это очень полезно. Но, знаете, чтобы не идти потом полчаса на босс. Так, так. Да, вернемся, то что я стримаю все эти пешком. Так, что еще у нас можно сделать на старте? Для начала накачаем выносливость еще. Надо минимум до 20-ки прокачаться. Для бандита это очень помогает. Так, идем. Этот НПЦ, он вам... улучшит нашу флягу с Эстусом. Да, вот фляга с Эстусом. Так, чтобы улучшить флягу с Эстусом, нужна огненная душа. Самое ближайшее это у нас здесь будет. Так. Ну не знаю, справлюсь ли, конечно. Бом 9. Так, наступаем на кнопку. Рум-пум-пум, трум-пум-пум-пум-пум-пум-пум, пара-па-па-па-па-пин, ра-та-та-та-та, ра-та-та-ра-та, ты-тр-ды-тын, ды-тын-чин. Так, так. Надо вспоминать. Да, вот тут, по-моему, рапира нужна, нет, душа. Значит, дальше рапира. Или эсток. О, как я это сделал? Как-то кривовато. Так, вроде вот удар. Вот трындец.
Так, ладно, заодно покажу еще одну локацию. Вот этот НПЦ, он улучшает оружие и продает, ну, базовые каталисты для клирика и... Нет, не для клирика, а для сорсерера и пиромана. А каталист для клирика, ну, тот толстяк рандает, ну, возле респауна. Так, нужно фармить души. Фармить души. Фармим души. Тара-та-та-ра-та-та-ра-та-да. Так, здесь еще должна быть хрень. А, вот он. Видите этого парня в кувшине? Так, давайте пробуем столкнуть. Не получилось. Вот у него, короче, должна быть хрень против призрака. Ну, не против, а вообще позволяет их убить. Вот, кратковременное проклятие. Но я не уверен. Поможет ли оно? Так, надо его сначала в слот вообще вставить. Это можно снять, снять, вставить. Я не знаю, поможет ли оно нам, конечно. Давайте... Там на всякий случай съедим. И побежали. Побежали. Выносливость кончилась. Нужно держать, стараться всегда держать на максе. Первый призрак, иди в жопу с длиннющими руками, когтями. Так, вот. Блин! Забыл, что здесь глубоко ядрит Мадрид. Ой, лошара. Ой, блин. Ой, все заново. Ну как так? Ладно, промотаем с момента, конечно. Итак, мы снова вернулись. Вон видно наш рез. Ой, будем надеяться, я не буду таким тупым и не утону снова. Вот очень печально. Очень печально. Очень. Так, против призраков жрать не будем, без толку. Теперь надо аккуратно смотреть, где можно пройти. Здесь я пройду. Пройду. Блин, еба! Что за хуйта? Ну ё-моё, читы. Фак. Так, я не знаю, ребят. Я уже 500 раз спустился сюда. Поэтому я предлагаю забрать наши души и наплевать на эту огненную. Потому что я не знаю, либо я уже слепой, что не вижу, куда иду, то еще что. Где там? Вот это огненная душа, ну и блин, хрена не видно дороги, как-то не быть. Ой, да отвалит. Да отвалит. По сути ж по прямой дорожке.
Оба, мы ее взяли. Быстро, быстро косточку жуй. Отвалили! Отвалили от меня! Быстро! Сушки! Ну, мы взяли что хотели. Вроде как, нет? Сейчас проверим. Погодите. Да. Фак, мать его, е. Фак, мать его, е. Мы взяли, что хотели, за что боролись, на то напоролись. Отлично. Сейчас прокачаем пляжечки. Ну и вы будете знать, где, как быстро прокачать пляжечки. Честно, я не помню, насколько оно сильнее, ну, улучшает пляжу. Вот написано, что пляга сосуда плюс один. Но, поверьте, оно лечит больше уже, чем обычно. Так, так что давайте уже без перемоток и монтажа, в конце концов. Заберем наши души и пойдем валить босса. Так что покажу вам еще пару трюков с боссом. Честно, я не знаю, почему решил на ПК еще попробовать пройти все это. Но говорят, здесь типа больше локаций, боссов, лута. Ну, как видите, уже на начале дают три человечности вместо одной. Я уже считаю это чит. Хотя, помните, я на Эчике сразу включил в человечность, потом убили. Но она же вроде не восстанавливается. Так что... Было без понту. Что, одну давали? Или три, да? Не, ну три больше, чем одну. Так. Еще не видно, где там наши останки лежат. Не видно. Но я надеюсь, не в самые клоаки. Если в самые клоаки, то так. Отлично. Ладно. Куда тебе дорога? Так, пока не видно. Нет, меня это пугает. Что не видно, где там. Так, заодно сразу косточку. Блин, да в самый клаке. Предлагаю пробежаться. Пошел в жопу, призрак. If there's something strange in your neighborhood, who you gonna call? Ghostbusters, взяли душу, косточку съели, быстро давай. Оп! Ха-ха, бичес. Так вам и надо. Отлично. Засейвимся и продолжим наше путешествие.